форму, пока я назвал это фактор, можно по-другому. Принцип какой? Регистрируется два типа организации школы и другие там вузы, какие-то организации, все компании, предприятия, могут быть. Школы наполняют свою страничку двумя видами проектов. Проекты, которые уже закончены, реализованы, которыми они могут делиться с другими школами. И проекты, которые требуют поддержки. Поддержки финансовой, либо помощи какой-то. Вот. То есть у них вопросы. И с помощью этого сайта они начинают между собой решать. Организации, вузы могут давать советы, школы могут друг другу давать советы. Можно по принципу, как Scratch, брать проект, дорабатывать, переделывать, и видно, какой проект будет востребован. Можно лайками, то есть поднимать рейтинг вузов, ну, не вузов, а школы вузов. Проводить здесь какие-то конкурсы. Ну, примерно такая идея. Мне очень нужны веб-разработчики. Потому что идея есть, что такая там, очень много надо выборов делать будет. Да, Евгений, спасибо, идея понятна. Зовем следующий автор.